на канале Мах и Ева. Сегодня мы будем делать пиццу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И всем приятно посмотрим. У нас есть колбаса, шампиньоны, еще одна колбаса, кетчуп, сыр и майонез. О, да. И сюда еще масло. Круто. Мама, где оливковое? Не надо оливковое. Сегодня будет у нас вкусная пицца, да? Две вкусные. Две вкусные пиццы. Может, у нас две начинки. Начнем с этого. Ну, а может, вы будете мне помогать? Давай. Получилось на рисунок. Да, какой. Берите кисточку, размазывайте. Можно? Сейчас послежу. Стоп, стоп. Вот так вот. Да. Я давай, может быть, попробуешь ты? 35. Ну да, сейчас вместе перемешайте, и будет очень вкусно. И будет розовый цвет. Потому что красный и белый, это будет вкусно. Расскажите, какие ваши любимые колбаски? Я докторская, моя самая любимая. Моя самая любимая докторская и вот эта. Салями? Ей! А у меня больше всего докторская. Наверное, все любят докторскую колбаску. Ну, давайте у нас будет сколько пиц? Две пиццы. Я предлагаю разделить колбаски. Можно положить всех по чуть-чуть. А можно, например, одну делать там, например, с докторской салями, а вторую делать с пиццей. Давайте нарисуем рисунок на пицце с колбасок. Пожалуйста. Так, сначала мы возьмем. Может, давай перчатки снимем? Давай. Так, смотрите. На часы. Так, все, молодец. Давай сделаем носик. Ну и все у нас любят побольше сыра, да? Я люблю сыр. Вкусняшка. Можем я сначала? Пицца, пойдем в духовку. Подождите, мы еще не дораспределили сыр. Такая пиццуля получилась. Простая, домашняя и вкусная. А что мы на нее вверху? Все, мы положили сверху сыр. Все, теперь остается дело за духовкой. Да. Вкусняшка. И потом можно покушать. Да. А сейчас мы будем делать пиццу номер два. Да. А что мы в нее кладем? Тоже колбасу. Да. А нет, сначала там, ты же забыла, сначала томатный соус. Да. Ну, не забываем про ингредиенты, это очень важно. А то я забыла, хотела сразу. А то пицца у вас не получится, будет невкусно. Я размазываю. Давай, девочка. И подожди, сейчас мы майонезик еще чуть-чуть выдавим. Аккуратно размазывай. Ева у нас уже умеет. Давайте, папа любит побольше томата. Мы папе сейчас положим вот, еще побольше томата, да. Майонеза надо было положить побольше. А, ну мы майонеза положим. Я на нее уже... Вот так, папочка. Красиво? Ага. Давай сейчас мы размажем вот так вот. Да, вон ее. Да, ты только что уже размазала не очень удачно. Ну ничего, не обращайся, зато ты положишь. Ты мне колбаску положишь. Положишь начинку. Вкусную колбаску. Так, только мне, пожалуйста, все сделайте. Ровно. Красивенько, ровненько, да. Да. Без всяких мордочек. Мам, помогаем с колбасой. Так, сейчас мы соус. Давай, Ева. Старуха не сопади. У нас еще осталась вот такая вот одна.
Я остаюсь последним. Выкладывайте. Выкладывайте, выкладывайте. Ох, на грибочек. А сыр? О, да. Зачем? Еще без и сыр. Как же мы... Сыр вам нужен? Как же мы опять про него забыли? Молодец, я не забыла. Я забыла. Так, я думаю, нам лучше остатки выложить на противне. А я думаю... Ну, как вам приготовление пиццы? Скоро будет готовы? И потом мы посмотрим наши пиццы, как они пишут. Первую, докторской колбаской, и вот эту вторую, где очень много соуса. Да. Да. А почему много соуса? Не потому что папа так любит. Да? Да, и... Ничего страшного. Кто летает? Это мошка маленькая. Она прилетела на пиццу? Она прилетела посмотреть и сказать: «Машка, Ева, какие же вы молодцы все!» «Машка, Левушка, Ева!» А вот наша пицца готова. Теперь осталось нам ее порезать, и можно ее кушать. Давайте. Левушка наша. Ступаем. Мама режет. Большая пицца. Вкуснятина. Хрустящей корочкой. А какой сыр. Тебе какой кусочек? Так, этот? Марк, тебе какой? Нет, вот это без грибов. Нету. Да, с грибами? Грибочки. Кто не ест грибочки, уберет себе грибочки. Папа, или что? Твой самый главный кусочек. Мне нужно есть грибочки. Класс. А эти мы сейчас? Вон, грибочек и грибочек. Все, я сейчас... Ты не ешь грибочки? Я не ем. Так, сейчас я попробую пиццу. Пицца очень вкусная. Класс. Да, класс. А главное... Легкое в приготовлении и быстрое, да? И вот, и с хрустящей корочкой. Здорово. Ну, приятного аппетита. Спасибо. И скоро у нас будет готова пицца номер 2. Да. Всем пока. Пока.